движением «Окупай педофиляй» за полтора года было поймано 1500 с лишним педофилов. А мной лично было поймано 115 педофилов. А вот вопрос, почему все они продолжают жить, здравствовать, заниматься дальше своими делами, ну хотя жизнь их, конечно, испорчена, немножко стала тяжела и неказиста, однако они живы и на свободе, ну почти все. Почему? Кто в этом виноват? Сегодня бегал, думал над этим. И скажу честно, виновата в этом полиция. Виновата в этом полиция, и только она. Если бы не этот сдерживающий фактор, то, поверьте, этой полутора тысячи среди живых бы не было ни одного. Я ни на минуту бы не задумался, но полиция, есть же закон, есть же уголовный кодекс, есть же процессуальные нормы, которые говорят, что эти люди ни в чем не виноваты. Что, может быть, да, конечно, как-то вот очевидно. Ну, очевидно для нас с вами, но для следствия это все в сторону. Для следствия доказательств, естественно, маловато. А если доказательства и есть, то их видят только в отношении самых высокопоставленных. Полковник МВД, замглавы службы судебных приставов. Да, эти люди сидят, этих людей сейчас судят. Командующий частью МЧС, да, такой 50-летний дядька, который любил целоваться с мальчиками в пожарных машинах. Очень любил в пожарную машину привезти мальчика и делать из него будущего пожарника своим бронзбойтом. Может быть, это люди, может быть, у них гражданские права какие-то есть, может быть, их защищает закон, может быть. Но я не считаю их людьми, я не считаю, что у них есть какие-то гражданские права, и не считаю, что их надо каким-то... Каким образом их можно защищать? Короче, в том, что они живы, виновата исключительно полиция. И в том, что они испортят еще не одну тысячу детей, виновата тоже полиция, которая всех нас с вами бережет. До новых встреч.